плыть против течения или оставаться на плаву. Продираться через терник к звездам или не поднимать голову. Завидовать или с трудом, но разбираться с проблемами. Без решения этих вопросов существовать, конечно, можно. Но жить с большой буквы вряд ли. Мы все пришли в этот мир одинаковыми. Таковыми и уйдем, но сделать что-то стоящее необходимо. И не надо жаловаться на отсутствие возможностей и перспектив. Главное – наличие желания. Сферы применения вашей собственной инициативы есть, их много. Но есть такие, которые, по сути, призваны служить людям. Итак, что такое постоянная жизнь в России? Сегодня, здесь и сейчас. Да, это борьба. Борьба за выживание. Подчас борьба в антиморальных условиях, в условиях постоянной конкуренции и отсутствия обычного житейского счастья. Но существуют вполне работоспособные коллективы, которые делают все, ну, для процветания собственного бизнеса, без этого никто не может, но и для города, для Магнитогорска. Именно о таких мы хотели бы рассказать в этой серии. Да, люди дела. Их судьба непроста, скажем честно. Это кредиты, это постоянные проблемы такого характера, как налоги и отсутствие должного внимания. Но они работают и работают на благо горожан. Одно из таких предприятий находится за моей спиной. Это стоматологический центр ДЭНС. Об уровне и серьезности отношения дела мы вам расскажем. Тот, кто думает мерками и утверждениями прошлого, что медицина – это конвейер по ремонту людей, не просто должен, а обязан с этим заблуждением расстаться. Мы индивидуальны, а с возрастом и с износом организма индивидуализм усиливается, а грамотно провести диагностику и лечение можно, зная все, что вам пришлось перенести ранее. А стоматология же еще более персонифицирована. И в данной ситуации преимущества небольших специализированных центров, где знают каждого пациента, более чем очевидны. То, что на рынке стоматологии появляются новые частные кабинеты, клиники, центры, это хорошо. Это хорошо для пациентов, у них появляется возможность выбора. Значит, и это хорошо для самих врачей-стоматологов, потому что конкуренция, несмотря на то, что, может быть, конкуренты как бы где-то немножко наступают на пятки, теснят друг друга, но для развития, значит, медицины и стоматологии, в частности, это хорошо. То, что не стоишь на месте, значит, у кого-то появилось что-то новое, смотришь здесь, ориентируешься, чтобы, значит, это было и у нас. И так, в общем-то, эта динамика нормальная. Вот. Значит, ну, надо сказать, что мы на рынке стоматологических услуг себя чувствуем довольно уверенно, несмотря на то, что в городе много сейчас частных кабинетов. Вот, значит, мы все-таки... Первая частная клиника, которая появилась в городе Магнитогорске. Первая, значит, клиника, тогда это был стоматологический центр, кооперативный стоматологический центр «Вита». Значит, 18 лет мы уже на рынке стоматологических услуг. И, значит, в свое время, ну, притащили в город такие технологии, как гелиопрограмма, керамика и много, в общем, новых моментов. И сейчас я считаю, что у нас достаточный уровень, значит, в стоматологии, поэтому мы себя чувствуем уверенно. Нас пригласили в стоматологический центр ДЭНС, который расположен в южной части города, на улице с романтическим названием Бульвар Сиреневый, вовсе не с романтической целью. Здесь регулярно проводит операции специалист высшей квалификации. Таких людей на территории нашей необъятной немного. Но решив для себя главную задачу – оказывать стоматологические услуги на уровне не ниже ведущих мировых клиник, руководство ДЭНСа решило на качестве не скупиться. Мы познакомились с Виталием Валентиновичем в Испании во время семинаров испанских специалистов по дентальной имплантации. И когда он пригласил меня сюда посмотреть, как они здесь работают, как можно ли здесь что-то наладить, по приезду я увидел, что это действительно современная клиника, в которой есть все необходимое для проведения не только общепринятых стоматологических каких-то манипуляций, но и практически всех передовых технологий, включая дентальную имплантацию и подготовку костной ткани к проведению дентальной имплантации. Это было неожиданно, надо прямо сказать. И тем не менее, мы уже за год нашего сотрудничества проведено несколько сотен дентальных имплантаций.
Есть пациенты, которым уже закончили лечение, есть пациенты, которым лечение продолжается. И наши приезды сюда, в общем-то, ставят цели не только провести какое-то хирургическое вмешательство, вылечить пациента, но и обучить тех специалистов, которые здесь есть, а специалисты здесь очень хорошего уровня, новым технологиям, которые применяем мы в своей клинике. Так сложилось, что специалистов такого уровня в стране не более десятка. Дело в том, что технология внедрения имплантантов в свое время в нашей социалистической державе не нашла должного понимания, а затем, ввиду экономических потрясений, стала по цене доступна немногим. И только немногие верили и знали, что рано или поздно они станут доступны. И тогда в дефиците окажутся специалисты, которые смогут грамотно, учитывая все нюансы и тонкости вживления имплантантов, вернуть пациенту молодость и чувство комфорта. Потеря зубов – это всегда потеря определенного ритма жизни, определенного качества жизни. Дентальная имплантация позволяет существенно повысить качество жизни и, в общем-то, сделать так, что человек не будет себя чувствовать ущемленным ни в плане общения, ни в плане общего здоровья. То есть вернуть то первоначальное состояние, когда все были молодые и чушь прекрасную несли, и не стесняясь, улыбаясь, это все можно сделать? Ну, вернуть, наверное, молодость невозможно, но, по крайней мере, создать так, что человек выглядел на свои годы или даже моложе, а улыбка, зубы здесь играют довольно большую роль, в принципе, уже на сегодняшний день можно. У того, кто внимательно смотрит этот материал, наверняка возникло желание, чтобы мы более детально раскрыли эту тему. И мы будем это делать регулярно. Тем более, что возможности к совершенствованию данного направления обозримых границ не имеют. Но сегодня и сейчас нет необходимости ехать ни в Москву, ни тем более за рубеж. Можно в Магнитогорске, в комфортных и практически домашних условиях. Нет необходимости снимать номер в отеле или брать грандиозный отпуск за свой счет, решать стоматологические проблемы и решать их успешно. Надо сказать, что Магнитогорск – город действительно специфический. Это благополучный город, значит, люди в нем работают. Значит, во многом благодаря за счет нашего градообразующего предприятия. Здесь жизнь у нас такая нормальная по сравнению с другими небольшими городами. Поэтому, в общем-то, здесь люди работают, получают зарплату. И, значит, у них, как бы, значит, есть настроение заниматься, значит, собой, в частности, своим здоровьем и в том числе и стоматологией. Вот, поэтому, как бы, стоматология здесь востребована. Люди думают не только о хлебе насущном, но и о том, что можно, значит, помимо хлеба и иметь нормальное качество жизни, значит, которая в том числе, значит, дает и стоматология. И я считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы держать уровень медицины и, опять же, стоматологию, значит, на уровне столичных городов, а может, в чем-то даже лучше. Мы можем себе позволить техническое оснащение не хуже, чем в Москве, а отношение здесь у нас к пациентам, ну, скажем так, более как родным мы к ним относимся. Люди, потому что здесь не случайно, такого потока нет. И как бы, значит, у нас многолетние отношения, которые мы поддерживаем, улучшаем. Мы, ну, всегда идем на помощь, когда к нам обращаются. И, возможно, кому-то покажется, что все это достаточно просто, да? Тема благодатная. Зубники в свое время жили хорошо, да и сейчас живут неплохо. Но надо отличать зубников того времени и зубников сегодняшнего времени. Тогда все правильно было. Блат и, соответственно, большие возможности. Поставили коронку красивую и все, и квартиру получили. Сегодня все достаточно сложно, потому что существует и конкуренция, и существуют новые технологии. Если вы не будете этому следовать, то, соответственно, успеха у вас не будет. Возможно, вы сорвете кратковременно деньги, но, соответственно, вряд ли вы заработаете положительную репутацию. Тема здоровья открыта, и эту тему мы будем отслеживать. Пока, и, к сожалению, частная медицина имеет успех только вот в таких мощных стоматологических центрах. Что будет дальше? Очередь за медициной.